Есть один такой австрийский чудик, Франц Мюльнер, который придумал себе непростую работу. Тяжелые транспортные средства с места на место перетаскивать без посторонней помощи. В этом вся фишка. Вот, например, грузовой самолет волочет. Или целый Боинг на себе тащит. Один-одинешенек, никто руку помощи не подаст, страдает, но тащит. Но лучше всего у него получается с паровозами. Это надо видеть и слышать. Комментарии тут излишние. Ну, раз, два, три.